оно очень интересная игра была с обеих сторон как бы команды. И ну, в первом тайме у нас было как бы полное преимущество над Шахтером. Во втором, видите, ну, очень повлияло удаление, как бы, ну, это очевидно. Ну, можно было и выиграть, даже в десятером, как бы, я должен был забивать как бы два мяча, и надо было выиграть. Ну, так получилось, как бы, тренерский штаб предупреждал, как бы, перед матчем и прерыве, что будет с их стороны, ну, провокация, как бы, и, ну, все знали, как бы, все игроки, ну, видите, не выдержали. Это не обязательная красная карточка, и, конечно, ну, против такой команды, как Шахтер, конечно, оно очень сильно повлияло на исход матча. А так, я уверен и на 100%, что мы бы выиграли этот поединок. Ну, как бы, сейчас Сергей Станиславович сказал, чтобы мы ехали, хорошо как бы отдохнули и в отпуске не забывали про то, что, ну, как бы, впереди еще сборы и очень как бы тяжелый второй круг. Поэтому, ну, будем работать над ошибками и, конечно, стараться, хоть это будет трудно, но стараться исправить ситуацию. Всегда как бы трудно прессинговать, когда, ну, команда в меньшинстве. Ну, мы старались, как бы пытались, ну, что-то сделать, и в такой ситуации как бы, ну, то, что получилось, то получилось. Надо показывать как бы даже где-то свою злость, наглость, ну, не в этих эпизодах, там, где-то ударить, там, из-под тишка, это, а где-то, ну, получается, где-то в стыке, жестко поставить ноги, ну, это да. Так, ну, конечно, бить и получать красную карточку еще при такой игре. Ну, это футбол, поэтому, как бы, мы команда, выиграем команда, и поражение принимаем тоже все команды, поэтому проиграть надо тоже уметь, ну, так получилось, будем работать над ошибками.